Накануне Дня пожилого человека в Пензе прошла 4-я спартакиада пенсионеров России. В состав ульяновской команды вошли победители региональной спартакиады за активное долголетие. На церемонии открытия ульяновцев поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Победителем в общекомандном первенстве стала команда из Пензы. Центральным событием празднования в Ульяновске стал второй региональный форум для граждан старшего поколения, который прошел в Ленинском мемориале. На мероприятии подвели итоги работы лидеров Союза пенсионеров России и других организаций для пожилых граждан. Сергей Морозов поздравил ульяновцев с праздником, пожелав здоровья и долгих лет жизни. Глава региона поддержал инициативу жителей о создании книги активного долголетия. Уверен, что это просто прекрасная инициатива, которая поможет нам рассказать молодым поколениям ульяновцев о тех героях, которые живут не в кино, не в комиксах, не в интернете, в котором многие, в том числе из вас, уже стали время проводить, а рядом с нами. Издание будет выпускаться с периодичностью в 5 лет. Здесь будут собраны фамилии тех, кто прошел длинный жизненный путь, внося свой вклад в развитие родного края. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.